Уходящая неделя для жителей Аши была богата на события. В район приехал губернатор. С мертвой точки сразу же сдвинулся вопрос переезда местной поликлиники из барака. Заговорили и о строительстве нового детского сада. Город традиционно завалило снегом. Глава региона поручил срочно начать подготовку к весеннему паводку. Губернатор встретился и с журналистами из местных изданий. Его угостили пряниками и засыпали вопросами. Мы первыми покажем самые интересные и важные высказывания Бориса Дубровского лаконично и по делу. Мы сейчас посмотрим, что можем делать в краткосрочном периоде. Наверное, надо помогать. То есть мы для себя понимаем, что вот будем выделять деньги на вывоз снега. Будет выстроена в области система трехуровневого медицинского обслуживания. Все. Вот это будет сделано. Качество медицинского обслуживания вырастет, потому что деньги будем тратить не на отопление, а на лечение. То есть перераспределим вот эти вот коммунальные платежи на лекарства, да? Я реально считаю, что все то, что зарабатывает территория, должно в этой территории оставаться. Потому что именно это формирует мотивацию территории заниматься развитием. Именно это формирует мотивацию. Потому что если мы будем до бесконечности говорить «давай, давай, давай, работай», да, и изымать все заработанное, собственно, это именно то, с чем надо всем вместе бороться. Открывали клуб. Значит, они готовились перед Новым годом как раз. Мальчишки играют, хорошая хоккейная площадка такая, залитый каток. И мальчишка такой, лет, наверное, 8. Ну, они знают, что приедет губернатор. Дальше подхожу туда, но они подводят, не так, все время же, некий сценарий, некое шоу. Он дальше идет, он так. Так, ты говорит, кто? Сюда-то? Ты форму-то мне привез?